Год назад солистка группы А-Студио второй раз стала мамой. Она родила сына Адама от Льва Деньгова, у которого от прежних отношений есть двое детей – Шошанна и Леонид. А у Кэти есть еще дочь Оливия от первого брака. Сейчас молодые родители вместе со своими ребятишками отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах.